Вы там сами напишите, если захотите. И вы уже можете помнить, как я обозревал какую-то желтую, то ли оранжевую, то ли там какой-то еще у них вот этот вот весь. Ну, типа, ну, посмотри, оно хотя бы, ну, типа, ну, более-менее нормально прорисовано. Из нормального сайта, видимо, скачали в этот раз, потому что до этого... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Давненько не выходили на связь мои старые знакомые с Brilliant RP. Я уже так, знаете, ждал. Ну вот что у них там будет? Скины, интерьер, экстерьер, машины. И вот как бы они выпустили что-то из этого. А что из этого они выпустили? Ну вы можете написать в комментарии. А нет, нет, я не Владислав Павлов. Я вас на комментарии, знаете ли, байтить не буду. Вы там сами напишите, если захотите. А если не захотите, то писать вы в принципе и не будете. А мне, в общем-то, уже и без разницы на все это, потому что, да какая, в общем-то, кому разница, неважно абсолютно. Сегодня они выпустили новый автомобиль, новую машину, новую вот эту вот, знаете, я не знаю, там, модельку машин, новую заменку они скачали с какого-то там, я не знаю, GTA Vice City.ru, Liberty City, все прочее там, и вроде того. И сегодня мы, разумеется, все это обозреем, расскажем там, знаете, так, ну, посмотрим вообще, как все это выглядит. И, в общем-то, скачали они новую модель. Модельку Tesla Model S. То есть, насколько я лично могу знать, это вот этот вот весь электромобиль, который там питается энергией солнца, ему вот это вот все заправки не нужны. И будет странно, да, если вот это вот Tesla Model X, S, XS, там вот это вот все прочее, она будет заправляться от обычных вот этих вот заправок, потому что, ну, в самом деле, ну, типа, ну, как так? Но, разумеется, они смогут сказать, чуваки, да вы чё? Это же просто заменка. Ну, неужели вы подумали, что у нас реально будет вот это вот все, и мы такие, типа, вот то-то, а они такие, типа, вот так-сяк, и типа, все прочее. Нет, нет, потому что это просто у нас КРМП, а это просто заменки на все вот эти вот машины, известные вам, неизвестные, возможно, мне. И вы уже можете помнить, как я обозревал какую-то желтую, то ли оранжевую, то ли там какой-то еще у них вот этот вот весь градиент был. И там была вот такая, знаете, большая машина, и я такой, типа, блять, чуваки, ну это пиздец, хули она такая хуевая? Че вы вообще с ней делали? Почему вообще все так плохо-то в самом деле? Я их там, знаете, обзывал, критиковал, делал вот эти вот все прочие вещи, и по итогу такой, типа, угу, да, ну вот, как-то так оно все и получается, как-то так оно все и выходит, да и вообще в целом, ну, неплохо, да, вот это вот все получается, однако, ладно, потому что, ну вот эту вот модельку, я на нее смотрю и думаю, ну в целом же неплохо, хотя вот опять-таки есть некоторые недочеты, там, типа, вот это вот, хотя, ну, это незначительно, да, там есть некоторые вот эти вот пиксели черные, непонятный, который лично мне не особо нравится. Кстати, а стоит вот эта вот вся машина, стоят они, стоит и все вообще везде стоит. На каком-то мосту, который даже до конца не прорисовывается, но это не особо важно, потому что если сравнивать вот это вот Tesla Model S, X, XR и прочие вот эти вот все айфоны с машинами, которые были до этого, то разумеется, ну, оно намного лучше, потому что ну, типа, ну, посмотри, оно хотя бы, ну, типа, ну, более-менее нормально прорисовано. Из нормального сайта, видимо, скачали в этот раз, потому что до этого, я просто не знаю, я смотрю, думаю, чуваки, блять, я, конечно, понимаю, что у вас КРМП, КРМП, но, в принципе, говно, а это еще и на телефон КРМП, я такой сижу, думаю, блять, ну да и похуй, ладно, что там, установили, не установили, но в целом это говно, я так прямо сказал, что это говно, типа, и вот это вот все выкладывать в официальную группу, потом они еще, знаете, выложили гараж свой новый, вот этот вот, который будет у них там Brilliant RP, я сказал, блять, вот в таком гараже стоит такая, блять, машина, это же стыд, это же ебаный позор, это же просто, блядь, чуваки, я не знаю, как вообще такое могло вам в голову, блядь, уместиться, потому что, ну, это в самом деле, это стыдно, это позорно, и это не нужно абсолютно точно никому. И в целом, вот, я сейчас смотрю на всю эту Tesla Model XR из S, из туда-сюда, я не знаю, в общем-то, и такой, типа, да вроде бы нормально, вроде бы неплохо, и, типа, Brilliant RP, кстати, вот на эту вот публикацию в Life Mobile, которая вот со всей этой машиной идет, они еще и рекламу заказали, потому что, ну, нужно же показать, да, что вот мы скачали новую модельку там с Liberty City, там, я не знаю, с GTA Vice City.ru, поставили ее
ее к себе на сервак, к себе вот в игровой мод мы все это сделали, нужно же все это показать. И, соответственно, закупили рекламку, и вот мы теперь вот такие вот, да. И они еще, кстати, написали у себя в своем вот этом вот официальном сообществе, типа, давайте вместе угадаем, куда ведет эта дорога. А ведет она, скорее всего, в ад, потому что там, блядь, ничего не видно. Нужно, наверное, дальность прорисовки поставить на максимум, хотя, возможно, что и это не особо поможет, и мы будем сидеть и такие, типа, блядь, дальность прорисовки получается, да? Машины. Вот это вот все прочее. Ну ладно, ладно, машины как машины. Мне, в общем-то, на все это поебать, похуй, да и вообще, типа, без разницы абсолютно. Типа, какая разница, у кого там какая машина, что там у кого и так далее. Однако, я не думаю, что я хоть еще что-то могу сказать про все эти машины, про все эти автомобили на Brilliant RP. Я сказал уже все, что мог. Что там про нее еще можно сказать? Можно сказать, вот, мы на ней сможем ехать туда, сюда, влево, вправо, заправляться на бензоколонках, на автостанциях, на всех прочих вещах. И вот все в таком роде. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix. Это GTA Самповский проект, поэтому, типа, ну, заходите на него. Это намного лучше, чем КРМП. Хотя, кому как. Вводите мой никнейм при регистрации Dante Connor. Там же есть мой промокод NoToxic54. Там же, кстати, в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал. И все прочие вещи там также есть. Всем спасибо за просмотр данного видео. Я это уже говорил. Неважно, встретимся тут же завтра в 20:00, либо немного попозже, либо немного пораньше. В общем-то, как пойдет. До свидания.